У идущих строем всегда ограничен выбор пути. March 3, 2012, 18:00 по Тарусскому времени, в эфире 287 подкаст от Канадского Лося и компании. Эх, нету людей совести. Добрый вечер. Или утро. Мальчики. Или девочки. Добро пожаловать в подкаст. Здравствуйте, здравствуйте. Гости дорогие. Ой, ёлки зелёные. Какие-то месседжи мне откуда-то, блин, суются. Ёлки. Да, сегодня мы пока что вдвоём. Мы очень надеемся, что к нам ещё... гости присоединятся. Да. Почему гости, я не совсем уверен, я сказал. Люди присоединятся. Я не хотел сказать люди. Можно и люди. Не знаю. У меня на этой неделе создалось крайне нехорошее представление о людях, поэтому мне не очень хочется употреблять слово люди. А чё? Ну, у меня была очень занятая неделя, поэтому я даже комментарии особо не читал. Вот. Я катался на большом количестве автомобилей зато. О, так это замечательно. Да. Вот. Этот, у Ингрид сестра решила автомобиль купить. Вот. И пришла ко мне за советом. И мы, короче говоря, она выбирала разные автомобили. И я говорю, там, смотри такие, смотри такие. Мы, короче, с барахолки смотрели, то, что здесь наши Киджиджи. Вот. И ходили там, смотрели... ездили на автомобилях. Ну, в общем, местами после, когда общаешься с людьми, в особенности с частниками, которые пытаются тебе продать машину, вот, потом создаются очень нехорошие впечатления об этих людях. Че, пытаются нагнуть все? Ну, мы, короче, вчера ездили... Ладно, о насилии я тебе потом расскажу после этого. Вот. Но, короче, после дилершипа мы поехали посмотреть еще одну машину. Вот. Ну, посмотрели вечером, чувака не было, думаем, ладно, короче, сегодня вернулись обратно. Я посмотрел на эту машину, смотрел, ну, вечером не особо заметно видно, только увидел, что бампер чуть-чуть, она красная, но бампер чуть-чуть темнее. Красный, но чуть-чуть темнее. Ага. Я так смотрю, хожу, блин, пизда-то, 66 тысяч километров на машине, коробка, автомат, кондиционер, состояние внутри вроде как нормальное. Думаю, слушай, ну... И он хочет за нее, типа, по-моему, 5000. Она что, 2004 или 2005 года. Типа, ага. Хуйдай акцент. Вот. Ну, смотрю, думаю, ты знаешь, блин, слушай, хорошая сделка. Думаю, блин, хорошая сделка. Реально хорошая сделка. Потом стою, думаю, ты знаешь... If something is too good to be true, it probably is. Да, да. Короче говоря, сегодня приехали с этим чуваком, посмотрел на эту машину уже под солнцем. Пиздец. Вот. Это еще было до того, как я решил на ней прокатиться. Короче, посмотрел там снизу, сверху, сзади. Двигатель вроде нормально работает. Сзади бампер поменяли, машина покрашенная, потому что открываешь там двери, багажник, видно старая краска. Знаешь, такая более выцветшая. Вот. Машина покрашена, там капот немножечко более выцветший, чем вся остальная машина. То есть там видно, что она покрашена. Вот. Чувак типа, ну это не совсем моя машина, это, типа моего брата, там, или зятя, или кого там, хуй знает. Вот, типа, все нормально в машине, да, все нормально. Ну, вот, там смотрю, думаю, интересно, да, куда же эту машину так загнали, что у нее сзади бампер поменяли. Ну, лег, типа, на асфальт, смотрю под машину. Вот. Ну, они там, естественно, еще подлатали бензобак. А? Там прямо так хорошо видно. Там прикольно. Знаешь, там антикор черный. Вот. Но со временем он как бы выцветает. Он такой становится просто серый. Ага. Вот. И там вот прямо, если от бампера, да, вот прямо там, где начинается бензобак, такой свежий антикор. И только наполовину этого бензобака. Я говорю, слушай, чувак,
Тебе машину реально взад въехали. Я говорю, если вам нужно, пришлось бензобак чинить. Потом там задний этот багажник, короче, я посмотрел, там багажник, блядь, прихуярили, как пришлось, почти. Вот, то есть там с одной стороны между бампером и багажником, знаешь, крышка, которая закрывается, такая нифиговый пробел, наверное, в сантиметр. А с другой стороны он трется об этот, об бампер. Я такой, ну, блин, вы, ребят, молодцы. Я говорю, вы прикрутили? Я говорю, ну, не совсем правильно. Короче, потом думаю, ладно, хуй с этим, дело такое. Поехали прокатимся. Ну, прокатились. В общем, зад машины не очень хорошо реагирует на повороты руля. Машину даже на маленьких скоростях как-то ненормально болтает сзади. А мы у него этих, как называется, номеров не было, но мы просто по кругу вот там катались по одному блоку. Вот. Полный пиздец. Полный. Самое худшее, чувак, ну, этот чувак, конечно, нифига не знает. Да. Ничего, все нормально в машине. Смотрите, какая она чистая. Какая нормальная машина. Сзади барабаны тормозные скрипят каждый раз, когда ты нажимаешь. Я говорю, машина вообще не сбалансированная. Я говорю, у тебя сзади что-то там непонятное с подвеской. Да, ну ведь нормально, ведь едет, да? Я говорю, ну, для меня это ненормально. Пипец полный. Потом его, типа, брат позвонил. Вот, мы в другое место уже поехали, брат позвонил. Я говорю, ну, типа, что с машиной? Ну, ничего, нормальная машина. Я говорю, ну, вообще-то она в аварии была. Ну, да, там ей немножечко сзади в бок въехали. Я говорю, ей сзади в бок не въезжали. Там весь бампер поменяли и бензобак заляпан. Ну да, я же это и сказал. Пиздец такой. Спокойствие, только спокойствие. Ну серьезно, вот так вот с людьми пообщаешься, потом неудивительно, что некоторые люди хотят истребить человечество. Эту машину там, сколько он хотел, 5000 за нее, бежать оттуда, к чертовой бабушке. Потом с ней будет еще больше проблем. Ну да, если там уже так хорошо латали, то хз, как залатали, хз, что там еще было. Так, сейчас я подключу. Радугу. Привет. Погромче сделай чуть-чуть. Всем привет. Ой. О. Ну, как жизнь? Как работа? О, замечательно. Видишь, надо, чтобы тебя чаще увольняли. Я смотрю, каждый раз это, у тебя все лучше и лучше работа. Нет. Теперь у меня работа постоянная. Контракт заключили, все. В общем, правда, с оплатой они там что-то намудрили, у меня аж руки опустились, но потому что работа мне очень нравится. Что, за бесплатно работаешь? Начальник такой классный. Что? За бесплатно работаешь? Нет, просто ту сумму, которую они обещали, урезали в половину, но сказали, что в течение 3 месяца зарплата вырастет и будет той, которую они изначально говорили. О, круто. Да. Узнали, что у меня есть разрешение водить грузовую машину. Сказали, что могу доставлять грузы сама. Какая у тебя опять этот, позиция в компании? Что ты имеешь в виду? Ну, Ваня, как это по-русски будет? Позиция в компании? Это плохо звучало. Как это... Какая должность? Во, должность, точно. Должность? Ну, в общем-то, я на должности менеджер отдела сбыта по доставке строительных материалов для строительной компании. А почему тогда груз должна доставлять? Не знаю. Так они подкалывают. Проследить-то надо до конца. Подкалывают просто. А то реально главное убедиться, что довезли. Ну, бывает, что ценные грузы нужно доставлять.
Понятно. В общем-то, я доставкой грузов не занимаюсь. Моя работа состоит в том, чтобы проводить все документы, чтобы они были, допустим, сколько там кирпича доставили. Я должна предоставить директору как бы полный отчет. Кстати, сегодня оперативное совещание было, уже присутствовала в совете директоров. Вообще так интересно, такие дяденьки серьезные. Я такая молоденькая среди них. Так смешно. Сделай чуть-чуть микрофон потише. Мне? Да. Я чуть-чуть подальше сяду. Так лучше? А? Так лучше? Да, так лучше. Интересно. Вы уже пишете или нет? Да, мы уже давно начали. Да, я тут о работе рассказываю. Так, нормально. В общем-то, я так спать не ложилась. Я уже заметил. Я в 5:20 поднялся, думаю. Смотрю, ты сидишь, думаю, что-то ты рано проснулась. Наверное, не спала. Да, я не спала. Весело будет. Потом я, наверное, не почве работы. Кстати, у них там замечательный коллектив компании. И, в общем, я сегодня сломала каблук. А чью голову? Нет, так как компания строительная, у них там все нестандартное. Ну, в общем, вытрепывается много. И у них там лестница на второй этаж. Директор на втором этаже, мне нужно было на оператив подняться. Ну, подняться-то поднялась, стала спускаться. Ступени нестандартные, то есть они больше, чем обычные положены по стандарту. И когда я стала спускаться, они зацепилась каблуком, и за мной шел системный администратор. Кстати, мы с ним в одном кабинете сидим. Если бы не он, я бы там упала и сломала точно себе шею. Он меня сзади поймал. И, в общем, ну, отделалась только сломанным каблуком. А он еще такой говорит, ну смотри, ну точно сейчас упадет, точно сейчас упадет. Поближе успел только руки протянуть и поймал. Видите, люди, у системных администраторов тоже есть сердце. Ну, в общем-то, он такой спортивный парень, он занимается, качает мышцы, бегает много, поэтому он такой... Это ненормальный чок. Системный администратор. Да, это ненормальный системный администратор. В общем-то, интересно, он вроде как бы начальник, да, отдела этого, и там есть у него в подчинении два программиста. Что интересно, они постоянно ругаются, и ругаются эти программисты все время кричат на вот этого парня. И он такой кроткий, такой тихий, никогда им против ничего не скажет. А они там из него веревки вьют. Почему вот эта программа, вот мы ее не запустили, а ты вот типа бумаги подписал, к директору сходил, там, почему вот сервер у нас. В общем, они все время к нему с такими претензиями, хотя наоборот, по идее, он должен с них это требовать. Потом у нас была пятиминутка, мы там пьем чай. Я к ним подхожу, говорю, ты что им вообще дал, распустил их? Кто начальник-то, ты или они? Он, да, я вот не умею как-то спорить, ругаться, ну, вообще я не могу. Такой тихенький парнишка. Да, смешно, однако. Ну, в общем, на работе я настроила себе интернет. Теперь у меня есть возможность следить за комментариями подкаста. В общем, этот системный администратор подходил, заинтересовался. В общем, наверное, этот подкаст будет скачивать и слушать. Я тут про него болтаю. Привет! А мы тут о машинах. Машинах? А каких? А БУ. А, я думала, ее мобиля. Не, как значит, Женя выбирает машину. Ну, мы нашли машину. Они сегодня без меня поехали ее оформлять. Но я вчера, короче, тёлку морально изнасиловал просто в какашку. Она уже такая сидит, так уже в конце такая сидит. Ну вот! Вот, хорошо, вот сюда, вот подписано менеджером, сюда, берете? Я говорю,
Ну, короче, мы ж подумаем, мы завтра вернемся. Он такой, завтра? А сегодня? Я такой, я вечером машины не покупаю. Она такая, вот, мы, короче, пришли. Там машина продается такая же, как у меня, только пару лет, на пару лет старше. Вот. И просто целиком, там в ней ничего нету, абсолютно. Там ни кондиционера, ни электроники никакой, вообще ничего. Вот просто самая базовая модель, которую только можешь в Канаде найти. Ну вот, и черного цвета. И они за нее хотели, короче, 5750. Вот. Ну, короче, прихожу, говорю, машина еще есть? Есть. Я говорю, ну мы поедем, покатаемся. Окей. Типа пошла фотографию, сняла, принесла ключи. Пошли машину смотреть. Вот, открываем этот капот. Я смотрю на эту машину. Он говорит, да, да. Ну, я типа, да, я тут у вас машину пару лет назад. О, господи, подождите. Это мне надо взять. Алло. Comfortable ones. No, I'm on a home ones. You know. As less as possible, but don't buy me shit. You know what I mean? Сейчас послушаем разговор жены. Preferably. Вам это дальше? Yes. Удобно. Да, да. Платить как можно меньше, но говно не покупаю. Да. Окей. Okay. Ну, короче, поняла, да? Ты про машину? Нет, это про тапочки. Я недавно выбросил тапочки. Че, провоняли? Да как-то странно, всего после 8 лет. Бывает же, кстати. Вообще-то их через каждый год меняют тапочки. Да? Да. Не. Странные вы какие-то люди. Буржуи, зажились там у себя в своей России. Причем, при всем при этом, тапочки нужно каждые 3 месяца стирать. Да? Спасибо, что рассказал. В следующий раз я их выбрасывать не буду, я их постираю. Друзья, вы в Канаде живете. Через 8 лет не забудь постирать. Вообще-то вся вот эта обувь должна обрабатываться специальным раствором, каким-нибудь специальным спреем. Неважно, там тапочки это или обувь, которую ты носишь каждый день. А тапочки каждые 3 месяца стираются, и если они не подлежат стирке, то их носят год и выбрасывают, потому что там бактерии заводятся. Ну, теперь понятно, что они так воняли. Так! Да. Я, кстати, сказать, на этот спрей смотрел, думаю, блин, куда его, зачем? Чё, если это там спреем каким-то не поливал? Вообще надо брызгать, потому что нету такой возможности мыть его. Или, допустим, есть специальные такие сушилки, они сейчас идут с насадками ультрафиолета. Получается, там еще обеззараживается выбор. Вообще хай-тек. Друзья, я в России живу. Мы на обувь не особо заморачиваемся. Ну, вообще, если нормально, если как средние канадцы, то они примерно так и делают. Они, там, год поносят, может быть, обувь вообще. Вот, и потом меняют. Просто-напросто. Нет, явно не про меня. Ну, ты это... Постирай свои тапочки. Не, я их уже выбросил, все. Ну, или выкинь. Ну, жалко. Ну, короче, да, это тёчка вчера, она только вернулась с беременности. Короче, смотрим в капот. Она говорит, да? Ну, как машина тебе нравится? Я говорю, говно. У нее чуть челюсть не упала. Она такая смотрит на меня. Я говорю, понимаете, на ней нету ни IBS, ни стабилити контроля. Я говорю, на ней фактически ничего нету. И всего 2 эйрбэга. Я говорю, ну за 16,5 тысяч это самая лучшая машина.
Вот. Потом, короче, говорю, так, мы короче, на очень долго уедем. Короче, уехали мы на полтора часа. Можем покататься. Спасибо, пока. Увидимся завтра. Да. Вот, ну, я покатался на ней. Машина хорошая, реально. Ну, единственное, там ничего в ней нету. Машина действительно хорошая. Вот. Мы там к Питеру я ее свозил, к механику. Мы ее всю изнутри и снаружи все осмотрели. Ну, понятно, что там есть и туда-сюда. Там есть. Тут красочка отбилась, там чуть-чуть. Вот. Но как бы за 5700, в принципе, неплохо. Вот. Короче, ну, приехали обратно. Вот, я прихожу к ней, садимся, такой, так, ну чего, давай, за сколько ты нам ее продашь? Он говорит, ну как, отличная машина, 5750. Я говорю, нет, дай-ка мне что-нибудь получше. Ну, короче, она мне начала гнуть, что типа это и так хорошо. Я говорю, нет. Короче, мы туда-сюда ходили, я говорю, нет, я хочу ее купить за 4,5. Она такая сидит. Да ну вообще невозможно. Я такой говорю, ну, я говорю, вот это мое предложение, какое ваше предложение? Она мне опять начала гнуть. Короче, гнули туда-сюда, я не знаю, минут 10-15. Вот. Ну, короче, такая, ну, короче, ладно, я пойду это. Сейчас. А, я еще этот тоже такой встал. Я говорю, ну, я говорю, короче, раз ты не хочешь сбрасывать цену, то мы, наверное, пойдем. Я говорю, ты же не хочешь, типа, с нами торговаться, да, типа? Не хочешь нам продать машину? Мы, короче, тогда пойдем. Она такая, ну, я вам хочу машину продать. Я говорю, так давай, дай мне нормальную сделку. Вот, она такая, ну, короче, я пошла к менеджеру. Вернулась от менеджера. А, короче, тот чувак, которого я машину купил в том году, он стал менеджером. Вот. А он то же самое, когда я покупал, он то же самое. Он все время к менеджеру ходил туда-сюда. Но это такая игра, мне так кажется. Кстати, если кто-нибудь машину продавал, расскажите. Вот, короче, приходит такая, говорит, вот тебе там 300 баксов дискаунт, получается 5400 машины. Вот, распечатала, а там еще налоги всякие, сервисы от дилершипа. Вот, короче говоря, где-то машина 7000 в итоге совсем. Я такой, да, что-то мне не нравится. Короче, опять давай с ней. Говорю, она, ну мы и так. Я говорю, ну а не так. Короче говоря, мы туда-сюда фигарили. Пришли к тому, что типа она брякнула. Ну, если вы хотите машину как есть купить, то может быть я что-нибудь сделаю. Я говорю, хочу. Короче, она пошла опять к менеджеру. Возвращается. А как есть это АЗС? Да, это, то есть, без каких-либо, типа, а-ля... Без страховки, без... Да, без оформления. Ну, вот, короче, смотрим, и говорит, ну, мы вам гарантии не дадим, мы машину тут обрабатывать, типа, проверять не будем, мы ничего делать не будем, да-да. Я такой, да, короче, принесла мне две бумаги. Во второй раз она лоханулась. На одной написано, что есть, типа, сколько там было, 7 тысяч. Вот, на другой, типа, 6,5. Но 6,5 это как есть, а 7 это типа с ихним полным сервисом перед продажей. Я такой смотрю, такой, да, как есть, да, и без гарантии, да, и без ничего, да. Я говорю, знаешь, что я тебе скажу? Вот видишь вот эту 6500, мне вот эта вот цифра нравится, а теперь накинь все то, что вы мне обещали за другую цену. Короче, она опять немного гнулась, потом такая, говорит, ладно, я пойду к менеджеру. Вот, пошла к менеджеру, возвращается. Ну хорошо, 6,5 совсем. Короче, они в итоге скинули с 5700 до 5000. Вот. И как раз потом вечером мы просто ушли с бумажкой и менеджером подписанная бумажка. То есть все, что оставалось, это владелец, ну, как это, водителю подписать, кто... Мишель собиралась покупать, и все, эта машина ее. Короче, мы забрали эту бумагу официальную и ушли вместе с ней. А у него вообще... Посадок выпал. Да!
Мурыжло-мурыжло и ушел. Ага. Вот. Ну, мы там хорошо провели время, конечно, долго сидели. Вот. И сегодня они поехали без меня, типа, там, оформлять. И ему же, видимо, все так понравилось. Хотя я говорю, подожди до завтра. Завтра с утра мы с тобой поедем, я из нее еще годовую страху, годовую гарантию выбью. Вот, но они уже, видимо, знаешь, ну, что, молодая чувиха, ей хочется уже купить. Короче, поехали. Не терпится, да? Да, вот, но еще тоже забавно на этой неделе. Она нашла какую-то машину, короче, с чуваком договорилась на 7 часов, или даже, наверное, на 6 часов в университете встретиться. Короче, в 7.30, вот. Чувак, мы там уже пошли домой, он подъехал на этой машине, на своем кабульце раздолбанном. О, блин, люди иногда такие цены на машину, типа, он хочет 4000. Садимся в машину, поехали. Вот, чувак хорошо, плавно водит, но что-то я ему не верю. Вот, только выехали. Я поворачиваюсь, говорю, Мишель, здесь вся подвеска раздолбана к чертовой бабушке. Так просто в открытую. Мне кажется, люди так не особо привыкли говорить. Людей, по-моему, поражает такая откровенность. Ну, ты знаешь, такие люди, это они просто ищут этих дураков, чтобы купили. А там молодой парень, короче, был на этой машине. Вот. А некоторые сами просто ни хрена не понимают в машинах, и поэтому они считают, что это нормально. А если, ну, в смысле, если... по их мнению, машина в нормальном состоянии, то, естественно, наворачивает. Mm-hmm. Но принцип всегда прав. Mm? Кто прав? Нет. А, ну, да, но не когда ты покупаешь машину это сама. Правила рынка, вообще-то, ты вправе сказать о недостатках товара, и они должны либо исправить, либо предоставить. Да, но не когда ты с рук покупаешь. Да, когда на персональной основе. Случае. Ну, допустим, мы покупали машину, у нас там тоже были такие незначительные неполадки. Но тот, кто нам продавал машину, он прилично уступил потом, потому что говорит, что прибежите потом мне и верните эту машину, а мне цель ее продать. Не знаю, если здесь вернуть можно. Я не знаю, в дилершип еще пригнать можно. Вот, а вот с рук, когда покупаешь, я не уверен. Ну, с рук обычно, да, там ничего такого вроде а-ля возврата не оговаривается. Mm-hmm. Купил и купил, все. Да. Вот. Ну, вообще прикольную машину она себе купила. Они на то время, походу, делали короткоступенчатые коробки передач. О, конечно, по хайвею у него обороты немеренные идут на датчике, но по городу на ней носиться это... так клёво, она так дерёт, это ох. Хорошенькая машинка. То есть, мне даже что-то самому захотелось. Думаю, блин, надо было подождать и купить её, блин. Ну, в принципе, ты бы себе хороших, что там, 10 тысяч скинул бы. Да. Да, вот, ну, так, посмотрим, потом надо будет ее. Приеду в Канаду, если буду машину покупать, Жень, я тебя с собой возьму, можно? Да, бери. Я не против. Ну, потому что... Тебе много цены скидывают, получается. Дилершип, они все равно наворачивают, они тебе все время говорят, что, типа, это самая лучшая цена, которую мы тебе можем дать. Ну, вот замечательно. Они мне это начали говорить с 5700 долларов и еще продолжают говорить на 5000. Но они же скинули. О, то есть. Ну да, в принципе. У них же там что, должен быть определенный процент наворачивать им обязательно. Потом у них самый минимум, то что за что они могут продать. А иногда они просто хотят избавиться, поэтому они скидывают вообще страшно как. Вот. А, то бишь, надо, в принципе, понимать, что за машина и как бы ну, что можно с нее снять, ну, сколько
денег можно скрутить. Я, кстати, предполагаю, что они эту машину взяли где-то за 2000. Вот. И чувак, походу, был курильщик, потому что там видно следы от сигарет, там, где обычно их стряхивают около окна. Вот. И они машину, блин, вычистили, вылезали, но там все равно местами странновато в салоне пахнет. Но я думаю, это выветрится. Вот. Ну. Положи кофе. Ну, я не знаю, потом надо будет что-нибудь придумать. Не, молотый кофе реально вытягивает запах сигарет. А, серьезно? Да, прям берешь в стаканчик, знаешь, из-под это, ну, в автоматах-то кофе покупают, такой закрытый стаканчик, не проливалка с крышечкой. Что, молотый кофе просто? Нет, я про стаканчик говорю. С крышечки дырок больше делаешь, и туда просто сухой молотый кофе насыпаешь. Ага. Пусть в машине стоит. А, так вот почему кокаин в этом кофе проводит. Кофе, да. А да, собака не учует. Интересно. В чае и в кофе животное не может учуять. То есть она как бы чувствует, но у нее смешанные чувства, она колеблется и поэтому не определяет. Ну, тем более кофе само для собак, я думаю, там очень сильный запах. Наверное. Ну, в общем... Вариант в красном вине перевозят. В красном вине? Да, опускают в бутылку с красным вином бриллианты. Идет преломление света, и бриллиант не видно. Только по весу можно определить, что в бутылке что-то не то. А. Интересно. Просто я по обучению у нас была... Был курс лекций таможня, и там рассказывали случаи, как провозили вот эту всякую контрабанду, таким образом, что ходили таможню, и собачка что не могла уехать. В общем, такие вот нюансы всякие. Прикольно. Это я знаю. Ну-ну. Ну-ну. Мы тебе, конечно, поверили. Ну да, это в школе учат, ты знаешь. Курсы такие. А вот чего учат в российской школе. Как провозить бриллианты, наркотики. Не школа, вы что? А, высшее учебное заведение? Ага. Для особо одаренных. Я, кстати, твою мышку опять поставил на учет, типа попытаться опять обменять ее. Ага. Я думал, они мне уже ответят, но они что-то как-то медленно работают. Этот Лохотек. Да что-то последнее, я что-то подумал. По-моему, я больше Лохотек мышки покупать не буду. А какие больше? Я не знаю. Пойду я к Microsoft. Что-то меня прямо расстраивает. Не знаю, я думаю, это зависит от мышки, потому что вот, допустим, у Явора здесь есть мышка. Он с этой мышкой играл в этот Diablo 2, когда он вышел. Вот, а Diablo 2, я не знаю, ты помнишь или нет, там же все на клики. Да. Клик-клик-клик-клик-клик-клик-клик-клик. Ну вот, и он, короче, несколько лет Diablo играл и до сих пор играет на этой мышке в Logitech. И работает, зашибись. Надо будет у него забрать его. Так что, ну, сколько уже? Когда Diablo 2 вышло? 10 лет назад? Ой, не знаю, Ваня. Нет, больше. Больше. Вот, ну, ну вот, ничего, работает. О, кстати, да, вспомнил еще что про людей рассказать. Вспомнил. Еще какое у меня недовольство. Помимо того, что пытаются тебе впарить чего-то. Короче говоря, на той неделе, короче, мы отъезжали, я остановился на этом, на стоп-сигнале. Тьфу, не стоп-сигнале, стоп-знаке. Вот. Ну, пока смотрю направо, слышу слева скрёж металла. Думаю, что за хреновня? Разворачиваюсь, смотрю, джип широкий. Чероки, в смысле. Или подожди. Да. Вот. А, по-нашему это джип широкий. Съезжает с капота Hyundai Suburban.
Вот, и спокойненько светофором. Я такой, блядь, что за хуйня? Раз и за ним поехал. И давай ему сигналить. Окей, короче, там развернулись, вокруг дома объехали. Вот, вокруг, я за ними. Остановились. Выбегает какая-то, блядь, из этого широкого. Причем с пассажирского сиденья. Подбегает. Все нормально! Все нормально, мы уже поговорили с чуваком о его машине, там всего пара царапин, все нормально. Вот, я такой сижу и просто охуеваю. Какие пара царапин? Как вы поговорили? Выходит какой-то его налево инвалид с водительского сиденья с костылем. Да-да, все нормально, мы уже поговорили, все нормально. Короче говоря, они мне не дают сказать ни одного слова. Они мне все говорят, что все нормально, они уже все обо всем договорились. Там всего пара царапин на машине, хотя пол капота смято в какашку. Вот. А я смотрю и думаю, где эта машина, чтобы им показать, что там не все нормально. Короче говоря, смотрю назад, видимо, чувак услышал или увидел, выбежал и, короче, за нами поехал. Вот. Поймали. Но вот это меня поражает. Люди. Ага. Смяли, они заехали на Тюбурбан, смяли ему пол капота и поехали оттуда. Когда их поймали, они не сказали, ой, блядь, сейчас разберемся, они меня начинают втирать, что все нормально, там всего пара царапин. Да уж. Вот уроды. Это не то слово. Это не то слово, что это уроды. Капец полный. Хорошо, чувак все-таки вышел. Но машину я все равно сфотографировал, и, так что... Даже если бы чувак уехал, я просто в полицию позвонил. Вообще, все нормально. Вот это... Люди, не люди, а уроды какие-то, честное слово. Ох, пипец. Вот называется Канада. Да какая разница, Канада? Уродов везде хватает. Ну, уродов везде хватает, но я заметил, что в Канаде более пофигистски относятся к этому делу. Может быть, у нас город такой, типа, слишком много рабочего населения или иммигрантов, всем по барабану, типа. Главное уехать, и все будет хорошо. Но вообще поражает воображение. Чувак заехал на машину, смял пол капота и давай поехал нормально. А потом, когда его попалили, он еще говорит, что все нормально. Уже все обо всем договорились, хотя чувака там нигде рядом не было. И всего на машине пара царапин. Ох, меня это, короче... В состоянии шока человек был. Не знал, что делает. Человек был в состоянии словесного поноса. Обычно люди, когда не знают, что делать, они останавливаются. Стоят, думают. Да. И оставляют свои данные. Позвони мне. Это сделал я. А тут как и гонят, знаешь, как будто вот вокруг одни тупые. А хочешь про тупых расскажу? Да расскажи. Это же пиздец полный. Вот как? Я же видел, как ты только что заехал и съехал с машины. И попытался уехать. Короче, вчера буквально меня спрашивают, типа, слушай, моя подруга придачу компьютеру отремонтировать? Ну, давай, чё, фиг ли, какая разница. Пусть тащит, сейчас отремонтируем. В тридорога, правильно? А? Ну, в тридорога, по-дружески. Ну, до этого еще дойдет. Короче, пока мы ее ждали, он там рассказывал, как он об этом услышал, что по телефону она ему жаловалась, как... У них сломался компьютер, они позвонили в этот Geek Squad, приехал чувак, там работал над компьютером типа 6 часов, потом сказал, что компьютер отремонтировать не можно, надо покупать новый, но они могут за удельную плату такую, отдельную,
Умеренную. Утилизировать этот компьютер, наверное. А, вот, они могут восстановить данные. А, вот. А компьютер, короче, ее рабочий, она работает, походу, у какой-то врачихи. Вот. После чего прикатывает Майя, вот, и этот, заносит компьютер. Мы с Явором друг на друга смотрим, такие нас с вами подергали. Да, ага, Power Supply сгорел, блин. Она чего? Неважно, садись, не трогай. Короче, этот компьютер вообще старый, какой-то пень четвертый. Ну, я сразу же открыл один из этих компьютеров, что здесь стоит. Прям на ходу сменили этот Power Supply, включили компьютер, запустился, все нормально. Вот. Все работает. Ну и потом этот, типа у нее начали спрашивать, она там детали того, что там происходило, и какие цены этот фичи-шоп им там вламывал. После чего намекнула на то, что бабонька, на которой она работает, она немножко, ну, проучить бы ее, чтобы она не была такая скупа. Ну, Явор сразу же сообразил. Да-да-да, $150 за ремонт. Нормально. Причем, при всем при этом, это где-то в 2-3 раза дороже, чем фичи-шоп у них бы этот спросил. Дешевле? За ремонт. Я такой стою, думаю, да фиг ли. Если мне с этого половина перепадет, то я совсем не против. А, еще классный момент. Майя, походу, там учет ведет у этой врачихи. Вот. Она говорит, да, в прошлом месяце она заработала 47 тысяч. Ну, нормально, и что? Хей, хуясия. 47 тысяч за месяц. После чего я совершенно плохо себя не чувствовал по поводу $150 за смену этого. Ну, это доктора. Вот. Ну, поначалу мне как-то, знаешь, немножко совестно было. Как-то, ну, знаешь, даже новый Power Supply, ну, сколько ты его купишь? Даже в фьючершопе ты его купишь. Ну, $100. Да. Плюс это самый такой дорогой, что можно найти, как бы, ну, в таких умеренных. Не говорю, там, игровой. Вот, но нормально. Вот то, что я ей поставил Power Supply, ну, 20. На что я так сначала сижу, так, ну, $60, ну, там, ну ладно, ну, хорошо, ну, 70, может быть, 80. Я вот так и смотрю, ничего ты не умеешь. 150. Да нормально это. Меня просто не... Мне всегда казалось, что в этих гик-сквадах работают просто дебилы, но... Как можно с компьютером провести 6 часов, при этом не сообразить, что там просто сдохло этот... питание. Так ему же по часам платят. $25 в час, что ли. А ему заплатили за его время? По-моему, да, но я не уверен. Но фокус-то в том, что, знаешь, вот это вот врачиха, блин, что врачиха, что Майя, блин. Обе сидели такие, да, так плохо, совсем отремонтировать. О, так плохо. Блин, знаешь, рот раскрыли, блин, уши развесили, а он только и рад, блин, это, лапшу вешать. Так вот, дорогие товарищи, любители эмигрировать в Канаду, не думайте, что вы сюда приедете, все будет по-честному. По-моему, такая ерунда везде. Не, ну знаешь, ну разница в том, что, допустим, к двум разным техникам пойдешь с одной и той же самой проблемой, один тебе скажет $50, а другой 500. У нас то же самое. И по сути дела, знаешь, если бы этот компьютер был бы, скажем так, для нее лично, то вообще бы, ну там, ну хорошо, дай мне 20-ку за этот, за Power Supply.
Вот поэтому я так люблю своего механика. Ну, елки зеленые, ну насколько можно, ну не понимать вообще, как бы, как можно за такой старый компьютер вообще в любых обстоятельствах $400 плюс взять? Ну это же это вообще, это еще ничего на самом деле. Поверь мне. Ты знаешь, это как мой механик. Я когда ему еще в университете компьютер ремонтировал, и типа, я говорю, давай, подкинь мне там работы, типа, с твоих клиентов, все такое, ну, там, клиентам рассказывал. Вот. И уже пару лет назад я ему сказал, знаешь что, я больше не хочу никаких людей, я больше не хочу чинить никакие компьютеры. Он такой, да, а что так? Я говорю, ну, ты понимаешь, во-первых, надо с людьми работать, а с людьми... Людям, как вот человеку, я говорю, ну, например, взять тебя, ты механик. Я говорю, я к тебе приезжаю, допустим, с 5000-й машиной. Тебе там надо поменять мне пару болт-джойнтов, еще чего-нибудь. Ну, хорошо, $500. Ну, 5000 машина и $500 ремонта. Это нормально. А тут мне люди приносят хлам, который стоит, дай бог, если $500. И за мое потраченное время... Я с них беру там $100-$200, там, не дай бог, еще плюс запчасти. Понимаешь, это не работает. Я не могу сидеть и работать там за $8 в час. Я не могу это делать. Математика не работает для меня. А вот, видишь, есть нормальные бизнесмены, которые приезжают и, знаешь, там, диагностируют компьютер, знаешь... 8 часов подряд и не могут понять, что там просто-напросто питание отвалилось. Не, ну я больше чем уверен, что чувак долго, в смысле, ну у него долго не заняло это дело, он просто там сидел и типа делал вид, что он типа работает. Ну да, и совести нету. Вот, а то, что бессовестный, да, это вот это страшная вещь, конечно, здесь. Там Ольга, наверное, сидит и просто... охреневает на наших разговорах. Походу, все еще охреневает. Ну ладно. Да. Просто, Ольга, ты там? Да. Я хотела я. Насколько я понимаю, в России это нормально. Но мне здесь. Вот здесь мне кажется, что это так не должно быть. Нормально что? Ну, знаешь, такой вид. Обдирать, блин. Обдирать. А, обдирать? Ну да, мне кажется, это везде. Это закон рынка. Либо тебя обманут, либо ты выкрутишься. Да. Это мы здесь все еще романтики человечества. В общем, даже из греческой мифологии бог торговли всех спекулянтов, обманщиков, игроков карты был Гермес. Это хитрый бог. Не зря он был выбран богом торговли. Поэтому, соответственно, одни идут, которых будут обманывать, а другие работают, которые обманывают. Рынок. Ну, я, конечно, не святой человек. У меня было тоже моменты, когда я пару-тройку человек ободрал, но меня до сих пор это преследует в кошмарах. У кого-то есть совесть, у кого-то нету. Не, ну знаешь, ну скажем так, лишние, скажем, ну нормальные, вот стоимость твоей работы плюс, допустим, детали, вот, допустим, стоит $50, предположим. Взять с человека лишнюю десятку, двадцатку, ну хорошо, но ты там накрутишь 20-30%. Это еще более или менее, это в зависимости в каких обстоятельствах, потому что, допустим, у меня вот случается такое, что вот у меня это реально занимает, ну, две минуты что-то сделать, и как-то, а-ля, за две минуты моего времени брать там $2, это как бы, ну, не имеет смысла. Вот. То бишь, есть какой-то определенный минимум. Вот. Что неважно, насколько легкая работа, там сколько-то всегда возьмешь, есть минимальная. Вот.
это чисто из-за рынка, потому что если человеку один раз, людям, которые не понимают ничего, если им типа какую-то такую примерную цену дашь, что-то вроде $10 за ремонт компьютера, они всегда будут ожидать что-то в этом районе. Вот, поэтому я себе самый маленький самую маленькую цену, то, что я себе выбрал, это, допустим, $30. Это то, что у меня занимает буквально, 10-15 минут. Вот. Это самый минимум. Насчет этого я так плохо себя не чувствую. Я не считаю, что я людей обманываю. Это просто как бы. Потому что они-то думают, что как бы они разницы не видят между 15-минутной работой и двухчасовой. Вот, для них это одинаково, компьютер выключался и не включался, допустим. Ну или там зависал при загрузке. Вот. И как-то вот так ты им показываешь примерно, сколько твое время стоит. Вот. В тех случаях это нормально. Но когда люди приходят, и у тебя реально, знаешь, 15 минут занимает, а ты им говоришь там, типа, что начинаешь им врать, что у тебя заняло 2 дня, и это вообще стоит $200. То, что на самом деле ты там какие-то настройки в компьютере поменял. Ну, это уже наглость. Вот это меня бы мучило. Да, мне никогда особо не приносили компьютеры, которые я бы успел починить за час даже. Мне почему-то всегда по ходу жизни доставались такие компьютеры, которые обязательно... CD-ROM не работает, система в какашку, что-нибудь там такое, отвалилась память. Что-нибудь такое обязательно принесу, что сидишь там и разбираешься. Короче. Ну, потом нереально с людей... Короче, ладно. Не могу я заниматься ремонтом компьютеров. Ну, я не знаю, конечно, но на самом деле... Там немножко другой есть подход, потому что почастую, если ты смотришь, у тебя займет, допустим, 2 дня ремонтировать, то уже смотришь на другие варианты, типа, а зачем ремонтировать, допустим, этот харддрайв 2 дня, ну или пытаться его отремонтировать 2 дня, если можно дешевле новый просто купить и поставить туда абсолютно чистую систему. Mm-hmm. Правильно? То у тебя-то это времени гораздо меньше займет, а им, ну, по сути дела, если ты, допустим, себе цену поставишь $20 в час, вот, это, скажем так, твоя цена. Ну да, вот. у меня был такой один товарищ. Вот и все. И придерживайся, главное, таких принципов и просто-напросто говори. У меня это займет там 2 часа, тебе придется купить новый харддрайв. Харддрайв стоит столько-то, мое время тебе будет стоить столько-то. Один из последних моих ремонтов произошел примерно так. Пришли, машина дохлая. Отлично, посмотрел. Харддрайв что-то неправильно работает. Поставил программу на ремонт. Поставил. Отремонтировал, отдал компьютер. Вот, через неделю приносят, опять фигово работает. Понятно, меняем харддрайв. Поменял харддрайв. Вот. Машина работала, через 2 недели сдохла. Что-то на материнке. Во-во. Ну, у меня, в принципе, тоже один лаптоп был такой. Он до сих пор здесь сидит. Они уже задолбались носить этот лаптоп, они уже месяц его не забирают. Хотя здесь он работает замечательно. Пусть снова покупает. Да не знаю, на самом деле с этим лаптопом, я знаю, в чем проблема, но я им сразу сказал, что... Ремонтировать не буду. Не, я им сказал, что это ремонтировать вообще не стоит, потому что там надо мать менять. Там как бы система, которая... напрямую не берет питание напрямую. Лаптоп работает только из батарейки, но в то же самое время зарядка работает нормально, в смысле он батарейку заряжает, вот, а все питание идет только с батарейки. И вот такой вот как бы хз, как это оно там вообще вышло. И я первый раз вижу, что лаптоп... Так что они не хотят новый покупать? Нет, дело в том, что они просто с этим возиться не хотят.
Вот, потому что они, походу, каждый раз берут домой. До меня сначала не доходило, типа, что ж там происходило. Вот. Но они, видимо, домой берут, они его отсоединяют от питания. Вот. И потом, типа, носятся с ним. Батарейка, естественно, садится, а дальше они, типа, подключают, и он не работает. Понял. Вот. Ну, и я им объяснил, но они я не знаю... Не поняли. Они поляки, поэтому как-то... А. Ладно, о веселом. Давай. Мы на природу выбрались на прошлой неделе, люди. А, да-да-да. Такое замечательное у нас путешествие произошло. Пойдем на барбекю, давай. Ой, а есть где-то место с пляжем? Нашли место с пляжа. Только оно было закрыто. Да. Есть, короче, место, называется Holiday Beach. Вот. Бич, не бич. Я поняла. Вот. Ну и, короче, оно где-то 20 минут езды отсюда, и там небольшой парк такая, такое местечко, и они обычно за вход там берут что-то $5, что ли, что-то в этом духе. Ну, мы приезжаем, шлагбаумы открыты, но сам въезд в парк закрыт. Там паркинг, смотрим, ну, закрыто, все, подумали, что все. Никак, смотрим, оттуда чуваки топают, типа с собакой они были. Вот. Чуваки, а вы чего там делаете? Ну как, гуляли? А что, можно заходить? Ну, да. Ну, хорошо. Взяли барбекюшницу, взяли эти все вещи и потопали туда. Топали мы довольно-таки долго. Сколько там примерно дорога была? Я не знаю, я думаю, минут 20 точно топали. Ну да, где-то... У меня рука с этой барбекюшницы уже отвалилась. Вот. А потом зашли, короче, там, ну, пляж, там такой парк. Туалеты закрыты. Туалеты закрыты. Там обычно скамейки стоят с этими, со столами. Вот. Но в это время их не было. Пустой парк. Да, а где присесть хотя бы, где бы там, ну ладно, барбекюшница у нас такая раскладная была, так что барбекю было где делать, но стола не было. Посмотрели в округе, они с краю этого парка, там, ну, недалеко от этого места, составили все эти столы друг на друга. И оцепили такой пленкой, типа, не проходить. Мы с Женей подошли, проходить не будем. Мы из-за этой ленты раз, сняли столик сверху и потащили. Правда, далеко мы его не утащили. Да, потому что собака, блин, тяжелая. Тяжелый этот стол был, но ничего. Потом все-таки было замечательно. Сидим посередине парка, единственный стол, барбекюшница. Там мимо люди проходят, смотрят. Типа, не понял. Да. И ничто не может побить, как прекрасный вид на реку с ядерными электростанциями. Ну, вообще-то это озеро. Ну да, на другой стороне озера там... на американской стороне там по-моему, ядерная электростанция действительно стоит. Потому что трубы очень-очень похожи на эти. Такие. Вот. Охладители у них. Да, да, да. Вот эти огромные типа. Родильные. Трубы. Ну, замечательно, красиво там. Я еще. Трубы проходили? Так и. Через озеро. Туда плыть просто надо. Там, где я работаю, там стоят такие охладительные системы. И когда там идет выброс пара, такая вонища, какой дрянью воняет. Воду берут из водоема, соответственно, там рыбка попадает, это все с водорослями, да, воду охлаждают, и вот это все
перемешивается, там разбивается в мелкие клочочки. В общем, гниет, тухнет, и вот этот пар, когда выходит, вода остывает. Такая войнища. Вообще, ну, открыть невозможно. Да. Ну, да, здесь национальный парк. Ну, это не совсем национальный парк, но да, типа мелкого, чуть ли не заповедника там. Вот. Короче, интересно. Я, кстати сказать, насчет этого парка, я Жене говорил, там мы давно еще, когда батя здесь был, в Виндзоре, мы туда ездили, там какие-то русские тоже нам как-то сказали: чуваки, вы знаете, тут рыбу классно ловить, тут рыбу вообще можно просто чуть ли не руками ловить, а рыба там огромная. О, пошли, посмотрели, там какой-то этот, короче, запруди какой-то. Вот. И там действительно, там, видимо, рыбу подкармливают, и там рыба такая, блин, ну, хз, ну, размерами метра, скажем так, в полтора. Вот. И сантиметров 15 в диаметре. Вот, рыбешка такая. Но она этот на дне питается, так что мы решили не рисковать со всеми этими трубами там торчащими. А те ничего, блин, подходят, блин, прям этот вытягивают рыбу из воды там мелком. Ужас. И они еще и кушали. Я не представляю там. Там же, небось, в этой рыбе дряни столько всякой. Я, кстати, пару фоток выложил на сайте. А, да? Да, у меня там, кстати, кто-то написал комментарий, что как у вас уже тепло и хорошо. Кстати, да. Ненадолго. Скоро у нас будет... у нас в понедельник будет 0 градусов ночью. А, вторая зима. Нормально. Вот, а кто-то... А, Зелебоба написал, типа... Подожди. Не понял, подожди. Кто же там писал? Кого-то плохо кормят. А, это в комментариях, это не у меня на сайте, извиняюсь. Ну, да. Ваню увидели, короче, и подумали, как его плохо кормят. Спросили, а это кто? Ваня со спины. Да, ну вот. Я, кстати, думал на этих выходных тоже выбраться, но на этих выходных я работаю. Чего вы говорите, Ваня худой, ничего себе полненький там. Полненький? Где это Ваня полненький? Худенький. Ничего худенького я там не увидела. Ну, видимо, со спины. О, кстати, говоря о спине. Широкая. Да, кстати, говоря о спине и рубашке. Ваня, у меня есть для тебя еще замечательные две абсолютно новые рубашки, которые я одел всего раз, один раз в жизни, когда пытался на этой неделе померить, что на меня налезет. Ага. Вот, поэтому у меня у тебя две рубашки новые завести. Посмотрите, если на тебя налезет. Так на меня налезет. Да. Ты ее на плечик можешь повесить? Да. Ну, нормально, налезет. Мне мама купила. Мы на этой неделе, короче, ездили во вторник на... Тут недалеко конференция, типа. Мне начальник-менеджер сказал, типа, одень рубашку. Ну, я открыл шкаф, смотрю, о, новые рубашки мама купила. Опять же, не примеряя на меня. Одел одну, думаю, классно, вообще не налезает. Одел вторую. Нормально, но очень короткая. Короче, замечательно. Поехал в своем обычном тряпье. Мне так никто ничего не сказал, поэтому я думаю, прокатило мимо. Я думаю, там уже привык. Чего? Мерят горловину рубашки. Что тебя вообще тихо слышно? Мерят горловину рубашки. Если по горлу проходит объем, тогда она должна быть в самый раз. А если у тебя шея широкая? Тогда идут другие размеры, нестандартные. А тут еще, кстати сказать, этот...
Размеры в Канаде, они обычно немножко такие. Как бы, если, допустим, 34 в длину, то будет 34-36 в ширину, допустим, штаны. Uh-huh. Вот. И они всегда рассчитывают, что как бы... Я не знаю, ну, или, по крайней мере, такое ощущение создается, что как бы всегда рассчитывают, что соотношения будут естественные. Вот. Ноги короткие, талия отсутствует. Вот. Поэтому мне лично очень-очень-очень тяжело найти почастую штаны, которые вот подходили бы. Они либо выходят короткие, либо в талии, ну, там, ремень надо такой, я не знаю. Еще дырки проделывают где-то посередине ремня. Надо мне тебе еще привезти одежду, Ваня. Ага. Ну все, Вань, не пропадешь. Женя оденет. Так нормально, мне тут этот, как он называют? Я же говорю, с Антона, блин, да, ты куртку снял? В смысле, где? Да, ботинки новые, да, Женя да? привез. Нормально. Женя ботинки привез там. С Антона куртка. Нормально. Я в принципе, думал отвезти в этот. Здесь есть такие места, где можно одежду сдавать. Вот, и потом эту одежду продают по типу очень низким ценам для, в общем, людей, которым не сильно в жизни повезло. Ага. Вот, но потом я подумал, нафига мне это делать, если, возможно, Ваня захочет ее сперва примерить. Да, а то мне грызть уже нечего. Еще одна твоя долбанутая привычка одежду грызть. Ух ты, испоганил одежды. Да. У меня столько футболок пришлось выкинуть, блин. Это жуть. Я за последние 10 лет выкинул только 2 футболки. Ну ладно. Не, у меня хорошее количество футболок. Они уже как бы непригодны к использованию. Все погрызаны. Ну у меня такая привычка, что я когда чем-то занят, мне надо что-то погрызть. Вот, а обычно под рукой ничего нету, вот и появляется этот воротник, допустим. Вот. Хорошо, что хоть не носки. Не, ну так далеко я тянуться не буду. И вообще я тут йогой не занимаюсь, так что... До туда я не дотянусь, а воротник близко. Короче, вот и получается, там, скажем так, 3 часа какой-нибудь такой усердной игры, что я уже... увлечен, я сижу, я ничего не слышу, не вижу, не чувствую, за исключением, что происходит в игре, потом смотрю, блин, ой, прогрыз дырку в воротнике. У меня так пару раз было, что футболка типа новая, а и дырки на ней новые. Прямо вот спереди на воротнике. Так, о. О, кстати, мне на этой неделе дали гитару. Серег. Электрогитару. У-у-у. С усилком. Зашибись. Да, что-то я подумал, может быть, как-нибудь вчера пытался разучить песенку. Вот. Но пока что еще не очень получается. Ничего, скоро будешь в прямом эфире бренчать. Вот тебе джингл будет. Чего? 2 часа занимайся. Сколько? 2 часа. 2 часа? Да. Здесь у людей столько времени нет, чтобы каждый день по 2 часа заниматься. У меня вообще не было времени. Поэтому я сделала занятия 1 час утром и 1 час вечером. О, поверь мне. В течение недели можно легко освоить. Я не знаю, но если я начну с утра 1 час брончать... Это электрогитара очутится на улице, а я буду повешен в туалете на струне. Поэтому я-то встаю рано в 6 часов, представляете, так с утра. Ку-ку-ку! В нашем доме поселился замечательный сосед. Папа.
Нет, здесь до 7 часов утра нельзя, на самом деле, шуметь. Да ладно здесь. У меня в квартире нельзя до 10 шуметь. А, если подключать, просто... А? Ну что, дорогая у тебя? Да, дорогая меня прибьет. Не, если гитару не подключать, она довольно тихо играет, но слышно. Ну как же гитару-то не подключать? Для тренировки нормально подойдет. А ты это, слышь, ты в узелок, а потом из узелка этот наушники. И оглохнет. Нет, мир достоин наслаждаться моим талантом. Твоим творчеством. Да. Хорошо, что не скрипка. Я, кстати, думал о скрипке. Ну, возможно, ты прав. Хорошо, что не скрипка. Так. Смотрю тут на аккорды. Комментарий. Мне такое ощущение создает, что сегодня какие-то очень все такие сонные. Вялые. Вялые, да. Сонные. Я, в принципе, вас не обвиняю ни в чем. Потому что я сам пошел вчера спать 12 часов. Проснулся рано. А я на самом деле вчера я лег в час, сегодня проснулся в 11. И все равно, блин, сонный целый день. Очень спал. Последние несколько дней пытаюсь все-таки себя приучить вставать пораньше и довольно-таки успешно ложился раньше. Вставал все равно практически в то же самое время. Только ворочаться больше стал ночью. Не знаю, но я думаю, если довольно-таки долго это делать, в конце концов привыкну. Да. Еще сегодня пришел чувак и поставил этот вывеску на продажу. А, все, Ваня. Все уже официально, так что мне скоро надо будет искать какое-то другое место жительства, а еще, наверное, место работы. Придется все-таки работу, я думаю, найти. И за сколько продается магазинчик? ХЗ. Я долго пытался узнать, и Руслан заходил, он этот... Знаешь, вот как настоящий еврей. Ты куда идешь? Да вот изба. Окей. Я у него типа спрашиваю, почем продаешь? Он говорит, а что, купить хочешь? Ну, не знаю. Просто интересно. Ну, я, короче, завтра уезжаю. Ну, на вопрос-то ответь. Так я у него и нет, сам не выудил. Сколько же оно стоит. Позвонить ему, что ли, нахамить? Ты знаешь, такое ощущение, что вот это вот... Я реально не догоняю, но мне уже несколько раз люди советы давали такие, а-ля полезные. Ну, насколько я понимаю, они действительно как бы полезные, но я реально не просекаю вот логики. В этом. Люди, допустим, которые с Дэйвом разговаривают, они все в один голос говорят, что если что-то хочешь от него добиться, надо ему на нервы капать, типа там очень-очень много. Тогда он делает, а иначе он ничего не делает. И примерно так же с Русланом мне говорили, да, ты знаешь, я там позвонил, я наорал на него, потом позвонил еще через час, еще раз наорал. Вот, и в итоге он мне привез то, что надо. Вот, ну, я реально не догоняю. А что, просто нельзя спросить или, я не знаю, какими-то другими путями, где без наорать? Такой, ну, Руслан, как и, в принципе, Дэйв, такие распиздяи. Поэтому с ними просто по-другому нельзя. А не знаю, на работе
на работе, если человек один раз не делает, два раз не делает. Вот там тоже разные попадаются. Некоторые попадаются всякие маньяки, которые там сидят и друлят вовсю только. Типа, знаешь, что им не дай, они все сделают. А попадаются такие, которые там реально надо по несколько раз спрашивать. Но на работе с этим легко происходит. Ну, да. На работе, да, там есть начальник. Начальник сказал, если ты не сделал, то в конце концов тебя уволят. Да, вот. А не знаю. Я обычно делаю в большинстве случаев. Но это в зависимости, кто просит и о чем. Угу. Если у вас со мной плохой трек-рекорд, вот, то меня можно просить очень долго. Если у вас со мной хороший трек-рекорд, то просить меня долго не надо. Зависит. Ну да, в принципе. Знаю. Мне вот один чувак не нравится, он мне Xbox уже месяца полтора тому назад притащил, а-ля посмотреть на него. Я все до сих пор смотрю. Кстати, хотел тебя спросить, у тебя велосипед еще есть? Да. Я думаю, я у тебя его все-таки вперед заберу. И кондиционеры. Забрали. Чертова кукла. А велосипед за ним, ну это Джон, он уже раз пять заходил после этого, и он каждый раз на него смотрит и говорит, да-да-да, вот сейчас вот сегодня не могу, но завтра заберу. А, ну. Так что... Подождем его маму. Да, к сожалению, он про велосипед не забыл. А жалко, велосипед красивый, ну в смысле как... Он такой спортивненький, вроде качество там хорошее. Вот, что? Я тоже думал его присвоить. Не знаю, как получится. Конечно, надо. Так, у меня вопрос на зубку. Кто комментарии читал? Ну, я чуть-чуть, но не все, далеко не все. Я смотрю, Ольга очень много в комментариях участвовала. Она, наверное, и читала даже. Ага. Это замечательно, Ольга, потому что сегодня ты будешь читать комментарии. Опа. Потому что Виктор, я так и не знаю, где он. Сказал, что будет через полчаса, но мы уже как 1:20 записываемся, его еще ни слух, ни дух. Вот. Ну ладно. Я почитаю, но поддержите меня, хорошо? Потому что я не во всех вопросах тут понимаю очень точно. Да-да, конечно. Да ты, главное, этот, немножко, чуть-чуть погромче и так... Понятно, с выражением. Будет замечательно. Хорошо. Так. Давайте сделаем перерыв, что я хочу чаю сделать. Я тоже. Мне надо завтракать. Ну, хорошо. Давайте. Давай перерыв. Сколько минут? 10. Всех всегда вечные проблемы с микрофоном. Кстати, микрофон до тебя доехал? Еще нет. Ну, жду на следующей неделе. Я надеюсь, он доедет. Я тоже надеюсь. Я надеюсь, что никто его там по дороге не приобрел. Так, к нам присоединился Виктор. Он нам сейчас расскажет, как все плохо. Только с энтузиазмом. Да. Ой, все плохо. Все плохо. Шеф, все пропало. Вот уже хорошо. Смех, радость. Давайте. Давайте. Ну, по-моему, кто хихикает, так это только я. Со смехом. Ага. Тебе на работу завтра. Уже сегодня. Ой, еще. Еще хуже. Мне после ночь не спала. Так вторые сутки пошли. Попила на работе кофейку. Слушай, а тебе во сколько на работу еще раз? Мне не во сколько. Суббота. В России по выходным не работаю, только в Америке. Не, ну я по выходным работаю иногда. В Канаде. Не, ну почему? Пожалуйста, в России работайте по выходным. Никто не оплатит. Никто не мешает. Если вы хотите горбатиться, никто нигде никогда не мешает. Мне, правда, тоже не оплатят. Ну ладно.
Так, Виктор, поделись своими впечатлениями за неделю. Ну, у меня за неделю, в принципе, единственное такое, помимо того, что все плохо, у меня единственное, что получилось, мне товарищ прислал инвайт, этот самый, попробовать Star Wars, который... Да. Вот. Ну, все знаете, каким я был этим поклонником Варкрафта сам по себе. Ну да, вот я Warcraft 2, только в космосе. Ну, в смысле, не в космосе, а в другом, значит, созвездии. Ну так вот, наслышан был, в принципе, достаточно много плохого, потому что все, кто в Вовке писал, писали там те, кто попробовал и вернулся. Поэтому негативные мнения. Вот. И все так. Ну, это не Вовка, конечно, это не то. Ну, я так скептически думаю, дай попробую, что уж, если инвайт на 7 неделю, на халяву попробовать, что бы не попробовать, правильно? Нет. От кого-то, кстати, так фонит, что просто это ужас на линии. Это, скорее всего, от меня, потому что я прибавил тут микрофон. А. Вот, поэтому... Ну и, в принципе, я вот попробовал несколько дней и понял, что, в принципе, после этого я в Warcraft играть не смогу. Такое говно? Нет, Warcraft. Дело в том, что у них, они, как бы, знаешь, немножко другой подход к тому же. Оно мне одновременно напомнило две игры. Ну, в принципе, как... Mass Effect. Я Mass Effect не игрался, мне напомнило линейку как-то. Я даже подумал, что некоторые разработчики из NC Soft перебрались в BioWare. Вот. А с другой стороны, очень много напоминает как бы Вовку все равно по-прежнему. Как бы, что бы ни говорили, но Вовка это такой законодатель MMORPG, что в принципе всегда будут сравнить игру с ней. В общем, сразу могу рассказать, что понравилось, если интересно вдруг. Да. Вам интересно, в принципе? Да. Да, интересно, давай. Во-первых, у них сделаны, интересно, квесты. Квесты сделаны, ты когда подходишь к квестодавателю, он тебе начинает как бы рассказывать текст квеста. Все это озвучено и с анимацией. То есть ты подходишь, начинается диалог. У тебя, как правило, три варианта ответа на его фразу. Ну, там 3-2. То есть ты как бы поддерживаешь этот разговор с ним. И это все начитано. И, в принципе, если кто вдруг тренирует английский язык, то очень рекомендую попробовать, потому что там очень интересно, так актеры озвучивают не с разными акцентами, но, в принципе, отлично. И там же можно включить субтитры. То есть весь этот текст заодно как бы пишется на экране. Вот, такие интерактивные уроки. Вот. Ну и, в принципе, много таких разных плюшек, которые поинтереснее. Хотя некоторые вещи немножко и не очень. Так что, в принципе, моя оценка будет такова, что тоже на уровне. Высоко и хорошо. Я, в принципе, думаю, даже если вдруг я когда-нибудь найду работу, и у меня будут деньги и свободное время, я, может быть, даже себе и приобрету. А я этот, статью нашел в интернете на этой неделе, где как раз рассчитывают этот Star Wars, это типа достаточный соперник, достойный соперник Вовке, по крайней мере, они ссылаются на статистику, что Вовка, по-моему, с 12 миллионов ушла на 10 миллионов. Да, чуть ли не до 10 скатились. Да, и, в общем, и, в принципе, что они пишут, Вовка одна, и никто и не является конкурентом, по сути, но вот, наконец-то, типа, пришел серьезный товарищ. Ты знаешь, очень прикольно, но, во-первых, тут всего 4 класса, а, вот что еще такие моменты, всего 4 класса, но они, как бы, естественно, по-разному называются, допустим, если с одной стороны это джедай, то с другой стороны это ситх. Вот. И, в принципе, обилки у них одинаковые, просто по-разному называются.
Вот. Все, к 10 уровню всем дается, скажем, примерно одинаковый набор обилок. Там типа разбросать народ, застанить на 4 секунды, там, потом дается всем ПВПшная обилка раз в 2 минуты снять с себя контроль. Вот так вот. И также есть рейнджед классы и милишные классы. Вот. Но там немножко со статами, статов побольше. В принципе, и немножко путаница. Вот. А так, что мне самое понравилось, что ты, допустим, доходишь до 10 уровня, ты можешь выходить в PvP-зону. Вот. Но самый прикол с этой PvP, что все, начиная с 10 и заканчивая 50-м, а 50-й сейчас лимит у них, до 50-го уровня все играют на одной БГ. Но чтобы не было мяса чистого, все, кто низкого уровня, их как бы коэффициенты помножают, и человек становится на уровне 49-го. Поэтому ты выходишь на 50-м, а против тебя 10-й уровень, а у вас одинаковое количество здоровки. Вот. Но единственное, конечно, что у него чуть-чуть побольше обилок, потому что часть обилок приходит после 10-го уровня. Но в целом, ты знаешь, не так, как в Вовке, ты когда приходишь, да, в зеленке, а тут тебя пробегают в херлумах эти папки, и тебя там в два удара убивают. Ни хрена, даже вот нападает на тебя там 50-й уровень, ты держишься против него хотя бы там, ну, минуту, в принципе. Вот. И нет такого, что, допустим, пробегает чувак, и он тебя в один удар убил насмерть. Да, там какие-то классы, типа рогов тоже есть, которые выпрыгивают там из стелса и тебя бьют, но при этом там все равно ты один на один достаточно отлично выживаешь. Это неинтересно. Нет, это, в принципе, наоборот, интересно. Тут уже важна командная игра. Ну и, конечно же, все эти эффекты, знаешь, такие, как это, как вот смотришь «Звездные войны», и если ты поклонник «Звездных войн», то в этой игре, конечно, все эти световые мечи, джедаи, все эти пиу-пиу, все эти... Вот. А что еще мне понравилось? Дается тоже там где-то к 10 уровню ты получаешь так называемого компаньона. В принципе, как бы второй игрок примерно твоего же уровня, он по сути, по силе. И тоже с разными возможностями. Иногда бывают, допустим, танковые. Ну, типа как у Хантера Петы, только эти поумнее. Потому что они, допустим, у тебя занимаются. Тебя набрались полные сумки материала. Ты говоришь там, типа, сходи продай. Он раз ушел там на 2 минуты. Через 2 минуты возвращается с деньгами. Типа, я продал весь серый шмот в твоем багаже. Допустим, надо собрать там материал, у тебя там собирательная профессия. Ты говоришь, вон там валяется материал, он убежал, собрал за тебя. То есть как бы так вот все перекладывается на них. Единственное, что, чем мне напомнило линейку, и почему у меня такой неоднозначный эффект, когда ты достигаешь 10 уровня, ты должен выбрать свою специализацию по классу. Вот. То есть, допустим, вот ты качаешь джедая-воина. Ну, там, этот, Найт, который, рыцарь, джедай-рыцарь. Ты дошел до 10-го, дальше ты должен выбрать. Или ты идешь в танковую специализацию, или ты идешь, там, в ДПСную специализацию. Все. Если ты этот выбор сделал, а тебе его сделать придется, потому что из этой специализации приходят и таланты потом, и дополнительные обилки, ты уже эту переделать не можешь. У тебя нет шанса. Таланты сбрасывать можно, а вот эту вот специализацию ты не перевыберешь. Ну, говорю, много там, в принципе, интересных плюшек. И обилки интересные, и бои поставлены интересные, и вот эти вот квестовые линейки, когда ты идешь, вот это, приходишь, начинаешь с NPC разговаривать, и вот это вот все прочитывается, и все рассказывается. Потом сами профессии крафтовые тоже достаточно интересные. Они не такие... В общем, они оказались гораздо полезнее, чем в Вовке. Вот что я хочу заметить. Потому что в Вовке, например, ты когда качаешь, допустим, ту же алхимию, то, по сути, алхимия в Вовке сделана, что ты... Она тебе нужна для того, чтобы на последнем уровне крафтить там какие-то эпические материалы. Все. В процессе тебе, ну, абсолютно не нужна. Здесь открываешь биохимию. Первый же крафтовый материал. На 10 уровне он тебе дает там баф, ну, там, процентов на 15 тебе стамину поднять. И все. И, в принципе, дальше ты его прокачиваешь мощнее, но уже с самых первых крафтовых моментов оно уже полезное. Там те же эти шмотки крафтить тоже спокойно заменяют квестовые шмотки достаточно успешно.
Так что, в принципе, я говорю, очень, очень так, я по отзывам я ожидал полное говнище. Когда я запустил, я очаровался, в принципе, и понял, что никогда не стоит судить под чужим мнением. Так что вы меня тоже не слушайте, а сходите, попросите у кого-нибудь инвайт и попробуйте сами. Потому что, я говорю, я очарован настолько, что я, в принципе, взял и стер Warcraft со своего диска. То есть, если я вдруг когда-то буду дальше играться, то это будет уже не Warcraft точно. А, это, мне на самом деле в нем что там понравилось, то что, ну, я типа смотрел, как там Марка играет и все такое, ну, это, типа, смотрел разные видео, вот, что там прикольно, там, походу, можно этот, там есть квесты такие, что... Ты, типа, как бы себе помощника ищешь, вот, но в некоторых случаях с ними вообще можно заводить отношения. Да, так ты с ним общаешься, допустим, делаешь что-нибудь хорошее, а ему это нравится. Раз, у тебя плюс эффект. Да, и, короче, там можно этот, можно такие этот, романтические отношения заводить, вот там. Я про одну девку там смотрел, она типа там, да, вот ты ее, в принципе, по-моему, не обязательно ее набирать или еще что-то в этом духе, вот. Ну, или ты ее можешь держать, типа, так, в страхе, что она, типа, из страха будет на тебя работать. Подарки можешь дарить. А можешь чисто ее заманить и этот, ей, типа, к ней, типа, подлизаться. А другую ты наоборот совращаешь, и она под конец она типа: да, мне нравится людей убивать, как я раньше этого не видел, это все замечательно, да. Да, то есть тут причем еще прикольно, ты когда делаешь вот эти вот квесты, допустим, разговариваешь с людьми, у тебя очень часто, я вот, причем я пробовал, я два персонажа сделал, а у них, допустим, у джедаев там как бы два вида, есть джедаи рыцари, которые на силу, а есть джедаи, как же они, забыл название класса, которые, как, ну, как бы кастерские джедаи, вот, которые больше силой, в смысле, силой как силой, не как физической пользуются. Вот. И, значит, квесты практически те же самые у них, но там сделали хитро. Вот, допустим, у тебя идет генеральная цепочка квестов, но некоторые разветвления для одних классов в одну сторону, для других в другую. И, допустим, сделано так. Ты заходишь в пещеру, а там развилка налево-направо. И вот, допустим, ты налево, если джедай одного класса, можешь пойти налево, а другим классом можешь пойти направо. И, соответственно, немножко разные квесты. Вот. И, в принципе, что самое прикольное, одних, допустим, приходишь к NPC, да, говоришь, вот, я тебе сдавать квест, а он начинает там что-то говорить, ах ты козел, там, зарубил его на месте. Вот этого настолько в Warcraft порой не хватает. И причем у них как-то так вот это развитие сделано, я одним персонажем, раз там типа, ну ладно, ты живи, все хорошо, я тебе помогу, скрывайся, убегай. Раз у меня такие пишут там, плюс 50 очков к светлой стороне. Делаю другим персонажем, думаю, это будет плохой джедай. Прихожу, да ты сволочь бестильная, зарубил его мне сразу в минуса. Там минус 50 вам к темной стороне. Тоже. И с этими отношения со своим этим напарником тоже. Допустим, делай что-нибудь, то, что ему нравится. Там, типа, плюс 50 очков ваших взаимоотношений. Допустим, сделай что-нибудь, что ему противно по сути. Он такой раз, там, минус столько-то очков отношения с напарником. Вот, а напарники совершенно разные. У некоторых классов можно вообще, люди, которые ходят и постоянно комментируют. Ой, смотри, там, типа, вот этот классный, а вот это такое. А здесь интересно. А джедаи, естественно, некоторые бегают с этими, с андроидами, ну, типа, вот это R2-D2, который был. Вот. Некоторые бегают там вообще с какими-то животными, там, я не знаю даже, как их обозвать-то прилично. С ограми. Типа да. Ну, это типичная типичная тактика BioWare. Это в этом Mass Effect этого очень много. Там практически вся игра, ты там со всеми разговариваешь. Там нету, как бы, что тебе кто-то что-то пишет, там везде есть разговоры, всегда есть выборы, и в зависимости от твоей стороны ты там можешь там повлиять, допустим. Вот мы с этим, с Явором играли в этот Mass Effect 3,
Вот, и мы, по сути дела, как бы практически одинаковый класс, практически на одинаковом, как бы, с одинаковой скоростью шли. И вот смотрим, у меня под конец, он там смотрит, у меня там напарников, блин, этот, по-моему, 6, что ли. Вот, и там и одна девка, и другая, там, и еще там какой-то чувак ко мне присоединился, и туда, и сюда. Потом я смотрю, я типа квест закончил. Смотрю, он как раз-таки этот квест заканчивает, а я только эту девку спас. Смотрю, он этот, он там выбирает, да, замочить его. Она разворачивается, нет, ты не можешь этого делать. Там такой этот, на реакцию есть этот момент, что ты, если среагируешь в этот момент, ты либо в ту, либо в другую сторону. Он такой, раз, типа, как ренегат, блин, этот, реагирует, типа, разворачивается, дура, пулю в лоб. И застрелил свою же помощницу. Ну, а самый момент с этими помощниками, что они, в принципе, могут помогать, когда ты играешь, там, типа, данжи есть места, флешпоинты. Вот. Если не хватает игроков, то, допустим, у тебя помощник, который хиллером работает. Вот у вас вместо хиллера может быть с тобой NPC бегать. То есть, в принципе, написано, данж на четверых, вы зашли вдвоем, у каждого по помощнику, прошли спокойно данж. То есть, вместо тупого хиллера лучше порой нанять своего NPC, который эту работу будет делать лучше. Чем лучше умный компьютер, да? Чем среднестатистический нуб, то лучше уж NPC. Ну, вот, в принципе, и все, что у меня было за неделю. Женя там еще не уснул? Я нет. А они, походу, там что-то пошлое про нас переписывают. Да нет, я вроде пипиканье не слышал. Смешные вы. Смешные? Мы на странном языке говорили. А, про это. Извини, тут геймер. Вроде по-русски. Ничего не понять, о чем, кто, кого. А ты в игры не играешь, поэтому. Да я их терпеть не могу. Я сейчас могу даже подумать, почему. Действительно, что тебе игры не нравятся? Это больная мозоль. Не мучай девушку. Не знаю. Я вот вчера на работе, после работы, имеется в виду, играл в этот Red Alert. А, я, кстати, новую игрушку нашел. Суну или что-то в этом духе, там, типа цивилизация. Довольно-таки прикольно, можно там этот, там, не цивилизация даже, а SimCity практически. Вот, и это там типа в будущем, там большинство земли затопило, остались только острова, и вот тебе там дали этот, возможность разрабатывать вот этот остров, тебе там надо налаживать производство, и там как бы две основные корпорации, одна типа такая технологическая, в смысле, ага, индустриальная корпорация. Да, а другая, этот, блин, Гринписы долбаные. Вот. И ты, типа, можешь вот это, а можешь вот у этой корпорации покупать, а можешь у этой корпорации покупать. И там, интересно, мы опять с Явором играли, и он этот, выбрал индустриальную такую. Вот. И я подумал, ну, хрен с ним, возьму гринписовских. Вот. Отстроили города себе. Смотрю, у него там фабрики везде дымят, там, блин, шахты, этот, все поля, блин, раскопаны, там ни одного дерева на острове не осталось. У меня ветряки стоят, там города за деревьями не видно, какие-то там палатки чуть ли не стоят за место этот зданий, а у него такие мегаполис вообще стоит, там везде лампочки, везде дым, туман и чего только там нету. Прикольно так посмотреть. Ничего, но правда она какая-то короткая. Сейчас скажу точно, как она называется.
Сиреневый туман над нами пролетает. Над тумбочкой горит. Ну ладно, давай дальше там. Я сейчас ее найду. Чего? Я тут файл организовываю. Чего? Чего? В смысле, я тут этот зашел на... Анно. Вот. Анно. Суно. Анно. Анно? Ну, A-N-N-O. Анно. Ну, ладно, пусть будет Анно. Анно 2070. Типа в 2070 году землю затопило. Вот ты спасаешь землю. Типа того. Что интересненько. Ну? Что, вернемся к комментариям? Можно. Давай. Кто там комментарий читал? Виктор. Да. Ну или, или Оля. Да, может... давайте комментарии читать приятным женским голосом. Мы же хотим возросших рейтингов. Пускай девушка говорит больше и чаще. С какого места начать? Сначала. Да. Женя же не зря салфетки пронес. Сначала тут вообще ничего не понять для меня. В смысле? Ну, тут непонятно ничего. Что ты не понимаешь во фразе «побуду чуть-чуть первонахом»? А что это значит? Тот, кто первый написал? Ну да. Нет. Ну, тут он вопрос. Он же пишет «первый нах». А. Я показал, что это на украинском написано. Тут вопрос для части работы. А у кого в компании? У вас? У кого у вас? У Жени. Там же, насколько Женя? Я помню, Женю спрашивали, какую он базу данных. А, ну, Жень, ну это тебе вопрос. Да, читай давай, блин. Ну, я на него уже ответил, давайте дальше. Свалился на девушку. Ну вот. Дальше тут. Виктор, подстраховывай. Тут, смотрите. Мне браузер надо загружать. Чего? У меня сейчас нету открытого браузера. Нажми на панель управления и кликни на браузер. А, точно. Как я мог забыть? Интернет-эксплорер. Мало обсуждать. Чего? Здесь дальше идет тема о компьютерах. Вам обсуждать. О каких компьютерах? Кстати, о компьютерах, Жень. Я должен снять перед тобой шляпу, что называется, без всяких там пошлых мыслей. Вот. Помнишь, я говорил, что у меня... Мне залили ноутбук Apple спиртным напитком, и у него батарея отваливалась, и звук пропадал. Да. Ты знаешь, техника Apple какая-то чудесная и просто волшебная. У меня ноутбук самовосстановился. Я его включаю недавно, а у него нормально работает аккумулятор, он отлично видит и подзаряжается, звук работает. У них там что, нанотехнологии, микророботы восстанавливают в случае сломанного или что? Спиртное испарилось. У них, наверное, это биологические технологии. Ты его подкармливаешь потихоньку, а он сам... Да, да, я ж в клавиатуру крошки хлебные. Что, прикольно. Так. Так. Число новых автомобилей, проданных в Канаде в январе 2012 года, составило 153 тысячи единиц, что на 15% выше показателя, зарегистрированного в предыдущем месяце, сообщает канадская служба статистики Statistics Canada. Как отмечают специалисты, в отчетный период канадский авторынок продемонстрировал рекордный за последние 15 лет рост. Такие позитивные результаты были достигнуты по нескольким причинам. Возобновление поставок автомобилей японских производителей,
снижившиеся после землетрясений и цунами в прошлом году низкие процентные ставки на кредитование, увеличение цен на топливо, заставляющее автовладельцев искать более новые экономичные автомобили. Продажи легких пассажирских автомобилей в отчетный период увеличился на 23.9%, составив 71,5 тысячи единиц. При этом лучше всего продавались низкобюджетные модели. Продажи автомобилей североамериканского производства выросли на 28,5%, а иномарок на 16.8%. Продажи грузовых машин выросли в январе этого года на 8.8%. В принципе, то, что я говорил пару подкастов назад, не про продажи, а про вот покупки базовых автомобилей. Вообще, да, я, кстати, читал статью, да, довольно-таки интересную. Я ее ознаменовал «Американцы не дураки». Серьезно? Да, и засунул ее в конец комментариев, чтобы ее не обсуждать. Ну, раз уж сказал, то... В общем... Половину статьи я не особо, я пытался держаться и пытался понять, как, насколько я мог. Мне моя дорогая с экономиста прислала, значит, эту статью. Но, в принципе, да, там описывалось, что Америка – это сейчас одна из самых лучших стран в плане экономики. Вот, потому что какая бы жопа в Америке ни была, а в других странах… Она еще более жопе. Да, вот. И, в принципе, тоже видел статью еще другую про как раз продажи малолитражек и все остальное. Ну, вот, в принципе, все это действительно так. Но из всей этой статьи я сверну чуть-чуть на другую тему. Я выяснил одну интересную вещь. Я знаю, что это, в принципе, как бы такая тупость и дурость, но поскольку я настолько... отделен от внешней жизни, для меня это стало небольшим откровением. Потому что вот, если кто там читал исторические книги или знаком, то, в принципе, в прошлом был такой интересный человеческий жизненный нюанс. Что когда, например, погода плохая, или большая сухость, или слишком много дождей, или вообще, может быть, там холод, все померзло, да, Урожай сразу же, количество урожая падает или вообще нет урожая, и в итоге там вся страна страдает, да? И в наш век, по идее, это все уже как бы уходит, потому что сейчас, какие бы там условия ни было, все равно выращивается. Землю там качают, накачивают всякими химическими веществами, там вода везде повсюду и так далее, и парников тоже хватает. Вот. Но что вот из этой экономиста, из статьи стало, что вот меня очень удивило, это то, что в то время как цены на бензин выросли, а для Америки это, скажем, очень-очень нежеланно, все равно экономика в Америке, я читал другие статьи, продолжала идти ровным ходом и даже не падала. И для меня это был просто полный нонсенс, потому что когда я читал цены на бензин, типа, шли вверх, я думаю, ну все, приехали, сейчас экономика ласты склеит. Вот. Я как бы ждал когда. Но этого не случилось. И меня это ввело в большой ступор. Вот. И я не мог понять, почему не дохнет. И в этой статье я нашел, почему этого не произошло. И это очень забавно. Из-за того, что эта зима выдалась теплой. Вы представляете? Интересная связь. Угу. То есть, люди за то, чтобы вместо того, чтобы платить большие счета за электричество и газ, чтобы топить... А, прикольно. Да. Природа, короче, Америке помогает. Да. То есть, я наивно считал, что мы уже прошли это время. Но
Оказывается, нет. Оказывается, все-таки влияет еще как. Ну, ты знаешь, был такой автор интересный, он это назов... по-моему, по фамилии Паршнев, если вам это имя что-нибудь говорит, у него была серия книг под названием «Почему Россия не Америка?». Вот. Ну, она не такая, что глупая пропаганда, а конкретные цифры. Например, там типа, почему те же самые американцы заказывают у русских там типа выплавлять алюминий? Типа, разве они не могут делать то же самое? Потом, типа, раз с экономической стороны. Цена, ну, скажем так, плавки килограмма алюминия по энергии стоит, допустим, $100. В России стоит $20, потому что в России электроэнергия дешевле. В результате на тонну металла мы экономим столько-то тысяч долларов чисто за счет того, что электроэнергия в России дешевле. Вот. И почему там, типа, мы не можем конкурировать с той же Америкой? Потому что в Америке дом поставил деревянную коробку, и ты спокойно живешь. Тебе ничего не надо, фактически. Ни отопления зимой, ни обогрев... Ну, в принципе, надо охлаждать немножко летом. В России, если ты не построил себе дом со стенами толщиной в полметра из бетона, ну, в смысле, из кирпичей, то ты сдохнешь, потому что замерзнешь. Вот. И опять же, если ты работаешь на заводе в теплую погоду, то тебе надо одно количество энергии. Если ты делаешь ту же самую работу на морозе, то тебе надо столько жрать, что ты просто на одно жорево и будешь работать. И вот эти вот расклады, в принципе, очень интересные. И вполне разумно, мне кажется, отчасти. Да. Очень интересно. Оля, ты что-то хотела добавить? Вопрос. Да по-любому. По-любому? Добавь что-нибудь. Да. Маленько в другую сторону есть тема такая интересная нашла. В США издана необычная книга, составленная из СМС, звонков от людей, рассказывающих о своем одиночестве. История началась с того, что один американский парень, когда его девушка бросила, расклеивал объявление по городу о том, что он одинок, и оставлял свой номер телефона, и ему там потом люди начинали звонить. В общем, рейтинги росли, и через год, кажется, в общем, у него огромное количество было телефонных звонков и смс от людей, с которыми он не знаком, но которым просто нужно было выговориться, которых кто-то бросил, и вот они одиноки. И потом ему пришла в голову идея создать книгу. Книгу как раз вот этих вот смс-сообщений и телефонных звонков людей, как они высказываются. Вообще очень интересно, потому что здесь по статистике, как Джефф его зовут, в день ему приходило по 1000 смс и 700 звонков телефонных. И он разговаривал с людьми. Таким образом, он сам вышел из такого депрессивного состояния, как его бросила девушка. И также помог многим людям, в общем, мы свести счеты с жизнью и быть счастливыми, что жизнь на этом не остановилась. В общем, такая интересная статья. Вот он, настоящий американец. Кому-то плохо заработать на этом денег. Ну, на этой книге он теперь еще и денежку заработал. Потому что ее покупают, люди читают. Да? А книга называется «Jeff Won Only Guy». Чего? Гай или Гей? Джефф одинокий парень. Гай. Гай, да. Не гей и не, гуй и не... Гай. Гай. Да. Джефф зеленый Гай? Не знаю. Не, в смысле я этот, согласен. Я просто подумал о... Комментарии Виктора, кому-то плохо, возьми заработай денег. Ну, в принципе. Вот заработал человек. Да, я тоже в последнее время думаю, почему бы и нет. Дело не в этом. Дело в том, что если на этом деньги не зарабатывать, тогда кто тебе за твое время будет платить? У кого есть время вот написать какую-то там книгу, программу, whatever, хоть что-то сделать, это не делается за 15 минут, правильно?
Не то, что ты пришел с работы и подумал, блин, сейчас я вот, значит, быстренько сейчас что-то сляпаю вот перед ужином, да, сейчас быстренько сделаю, и будет всем замечательно. Ведь на это время уходит, а если на это время уходит, то большинство людей в это время обычно работают. То бишь им платят деньги, то бишь они платят за свои, по своим счетам. А если ты чем-то серьезным занимаешься, то обычно лучше на этом хоть немного денег сделать, вот, чтобы хотя бы свои расходы ежедневно покрыть, там еще что-то. Вот у этого человека, который эту книгу создал, ему практически писать-то ничего не нужно было, потому что уже СМС были, звонки только нужно было прослушать снова и переписать это все. Вот здесь вот он пишет, иногда я разговаривал по 16 часов в день. Я даже не мог себе представить, сколько людей захочет позвонить и рассказать тебе о своей жизни, о том, что с ним пришлось пережить. Мне в этой ситуации больше всего поражает следующий факт. На планете 6 миллиардов людей, из них 80% одиноки. Но при этом так сложно найти одного человека, с которым тебе будет хорошо. И я просто в шоке, вот насколько люди любят все усложнять. Да. Мне кажется, это действительно так. Я вижу человеческую проблему в человеке. Надо ее устранить. Да, да. Не, вот просто перестаньте возить микрофон по столу. Это не микрофон по столу, я форточку открыл, в конце концов. Звук похожий. Человек просто такой... Такая сволочь, что привыкнет к любым трудностям. И да, да, но проблема не в этом. Чтобы найти человека, с которого можно было разделить, который тебя мог бы понять и послушать. Поэтому, конечно, как бы правильно, по 16 часов... говорил с людьми, но понимаешь, когда у тебя не болит, то никто тебя и не понимает. Да, то ты других не понимаешь. Вот, поэтому, конечно, когда он прошел через это, вот, он может поговорить с другими одинокими людьми и может понять глубину их глубин. Поэтому... Это не по поводу того факта, что на самом деле сколько людей одиноких. Казалось бы, ты вот одинокий, да, ну, толпа людей, которых одиноких. Так нет, тебе надо вот ворваться в эту кучу и начать кого-то выбирать.